Лука, готовься, вылезай. Лука, или кто там, Марк? Пойдем, пойдем, пойдем. Да видно, что тебя, ты у тебя не видно, что ли? Видно, 100%. Только сильнее. Ребята, 15 секунд, силовая часть, готовьтесь. 15 секунд. Ребята, 10 секунд, силовая часть, готовьтесь. Как можно ближе его возьмет, так можешь держать? Вот, как, ну-ка попробуй. Как можно ближе. 5, 4, 3, 2, 1. По перекладинам мы разошлись. Быстрее, 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 двое, вылезаем. Я тут один. Быстрее, быстрее, быстрее. Лука, Лука, бегом, быстрее. Давай, 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 давай. Никита, хорош. Никита, хорош, слезь. Вот, иди назад. Никита, хорош, я сказал. Ты не понял, что меня? Ты еще? Хорош, поп, еще. Артем, Никита, сюда, двое отжимания. Ну-ка, давай. Не понял? В смысле, тебе тоже начать? Никто лучше не говорит. Никто 50 отжиманий, тебе тоже пришел. 50 отжиманий. Оскалите, парни. Не падай. Парни, парни. Егор. Малыши, кому нет 16 лет, запрыгнули на перекладину. Узким падом взяли ручки, запрыгнули быстрее, кому нет 16 лет. Бегом. Егор, тебе по желанию. Запрыгнули на перекладину. Марк, бегом тебя ждем. Нет, путь, нет, рядом с Серафимом, быстрее. Где твой брат Лукас? Лука, бегом! И самое главное, у тебя появляется огромный мир вариантов и возможностей. 50 отжиманий, думаю, сейчас меня промышу, вы уже что вы делаете. Что-либо правильно. Без остановки. И вот именно в этой парадигме коллективное Лука, знание... Лука, бегом! Рядом с Семенами, двумя Семенами. Лука, бегом! Между двумя Семенами вставай, загадывай желание, мир во всем мире загадывай. Семыч, подвинься немного в сторону. Как вы уже поняли, запрыгнули, висим, команды не было связать. Узкий хват. Сейчас половинку подтягиваемся. И держим. Зимарик даже решил в уголке. Держим, потянулись, держим. Уничтожат, если ты не будешь делать правильно, как тебе говорят. Половинку, Лука, Семен. В этой деградированной концепции жизни нет права на ошибку. В этой концепции... Опустились, дальше висим, не спускаемся. Поиска людей, как найти наркотиков, чтобы... Опять, еще половинку, подтянулись. В этой флаге, в которой люди загнали себя... Руки уши, Марк. При этом, как бы это ни парадоксально звучало, действуя согласно программе Творца, который... Опустились вниз, дальше висим. Это тяжело. Через боль, на одну руку повисли. Это путь, который проходит не все. На одну руку повисли. На другую повисли. Если ты его не прошел, у тебя всегда будет шанс поплатить. Я все вижу, Никита. Я отжимаюсь вообще. Ты сам себе его дал. На другую перевели, опять на одной руке повисли. Лука, на одной. Еще поменяли, Марк, на одной. Старшему поколению, вообще окружающим людям за самые ценные уроки в моей жизни. Еще поменяли, на одной. Все показывайте мне то, как делать не нужно. Никита, вы так иногда быстро делаете подтягивание, сейчас когда вы знаете, что надо оставить отжимание, сейчас можно подтягивание долго делать. Поменяли еще на одной. Даже иронии. Висим, висим, висим. Без ног, без столбов, Марк. Артем, без ног. Дух все же пробивается свет сквозь энергетические барьеры, чтобы сказать это. На две руки узким хватом делись. Хоть и ненавижу, люблю. Половинку подтянули. В стержне, в своей сути, в своем начале. Почему?
Хочу еще добавить, что интеллект отвечает за то, чтобы ты мог видеть не просто спектр проблем в одной, а также и по всей планете, при условии, что ты будешь владеть достаточной информацией, чтобы сделать качественный вывод. Не просто плоскость этих проблем, где проблема является причиной другой. Руки, кисти взяли, так вот, будь здоров, третий, раз, два, раз, два, сделать какие-то кардинальные... Будь здоров, раз, подумать, что хочу сказать, если вы думаете, что вам получается обманывать своих родителей или кого-то взрослых, вы очень сильно заблуждаетесь. Взрослые делают вид, что они вам верят. Просто не хотят ругаться. Кто должен быть, я в отличие от ваших родных взрослых, я могу ругаться. Но да? Интеллектуально. Делаю. Раз. Как считаешь, два, если ты до сих пор не понял, как выходить два из этой ситуации? Ну отойди оттуда, ты чё? А? Стоит, она тебя по челюсти бьет, ты стоишь, ну иди сюда, попроси меня, я тебя ударю. Проси меня, чё нет? Ты стоишь, она тебя бьет, ты стоишь, вот так стоишь, стоишь. Ну чё за прикол? А? Для чего ты это делаешь? Хорошо. Ты хочешь, чтобы тебя побили? Ну попроси выбрать своего грандиозного. Давай, давай. Попроси их этих секретов. Я тебя всегда буду. Ну, ты что, стоишь, он это бьет по лицу, бьет по лицу. Ты стоишь, улыбаешься, стоишь, вот это, вкидываешь в себя. Ну для чего? Стоишь, неправильно делаешь. Я раз на тебя посмотрел, ну два на тебя посмотрел. Ну что такое, а? Мат, братан, ну ты что, ты где находишься? Ты здесь или нет? Здесь. Точно здесь? Точно. Теперь смотрите, делаем руки. Вот так. Вытягиваем. Привет. Здравствуйте, здрасте. Вот. Еще раз вытягиваем. Подняли ручки вверх. Опустили вниз и готовимся. Сейчас запрыгнем на перекладе пальцы к себе. К себе. К себе. Терапия. К себе. Запрыгнули. Соня, здравствуй. Запрыгнули, ноги подняли в коленях, согнули, ноги подняли груди, держим. Все, Никита, все запрыгнули, Артем. Артем, я тебе советую на высокий. Нет, не так, коленки груди подняли. Артем не Маркушов, а другой Артем. Дим, покажи, как надо. Да, носочки натянули вниз, ноги прижали бедрами к груди, коленки пока не надо, пока рано. Подняли, держим. Никита, пожалуйста, Артем, пальцы к себе. Что говоришь? Серьезно, на пальчиках? Ты прям на пальцах попробуй. На пальцах, думаешь, невозможно? На пальцах возможно. Сейчас больно, больно. Что делать? Смотри, внимательно, через боль перетерпели. Зубы стиснули, смотри, что делает. Вот прям на пальчиках. Большой пальчик уперли вниз, сюда перекладываю, потянулись половинку, ноги подняли! Ее лучше. Смотри, тяжело. Держим вот так. Никитос, поехали, братан. Артем! Лука, пока. Держим. Лука, остановись. Даже вот так, другой Лука. Рано, рано, Серафим, рано, пальцы на себя. Лука, хорош, Андиашвили, хорош голова. Сначала нужно, чтобы это, пальцы привыкли. Это не сложнее, это голосло. И еще один Лука есть, мальчик. Сейчас, секунду. Ну, Павел, секунду. Все к стене подошли, малыши. Вот, пойдем, вот все. Бегом, 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 бегом. Малыши. Малыши, 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 что подошли. Стоять? Нет, на ноги, свою, на ноги. Показывай, на ноги. Молодец. Жестко. Ну а что можно сказать? Больно? Да, больно? Ну конечно, ну а куда деваться? Вы сами такой путь выбрали. Или я вас заставляю, или вас родители заставляют кожу стирать об железку. Нет же, не заставляют. Друг от друга, пожалуйста, на
длину локтя. На длину локотка, да. Парни, ну на локоток, на локоток. Ну так, посмотри, общего. Вот так. Вот. И ты вот так сделал, локтями уперлись. Вот, упирайся локтями. И ты вот так сделал. На локоток. Ну как, делай, делай вот так. Смотри, видишь, я делаю. Вот. Молодцы. Задача. Стена. Ручки поставили. Ножки поставили. Забрались. Прислонились. По возможности. К стене. Поехали. Поехали. Бегом. Нет, вот так, вот так делаю. Вот смотри, как ребята. Ты покажи, не стой на руках. Давай. Да, да, да. Так. Максимально прижались пузом к груди к стене. Ноги вместе, носки вверх. Я подойду, выровняю. Не бойся, прыгай к стене. Прыгай к стене. Рано, вернись назад, Никита, Артем. Семен, рано. Больно? Надо держаться. Кувырок вперед делай, голову поджимай. Голову подбородку поджимай, кувырок вперед. Ноги вместе. Давай, Серафим, страхуй. Носки. Молодец, по идее. Голову сильнее. Будь здоров. Вот через это место перед. Вот так надо. Не бойся. Вот так держаться надо. Подойдите. Подбородок груди прижимай. Вот. Поворочи. Молодцы, сделали. Сейчас, секунду. Тихо, Марк, молодец. Теперь, кто мне покажет из вас, из малышей, такое же положение, но стойка на одной руке? Я. Остальные отходим, остальные пробуют. Никит, такое же положение, такое же. Ну, погоди. Поехали, стойка на одной руке, кто сможет показать. По очереди. Куда пошел? И ты можешь. Ты что, в себя не веришь, что ли? Да блин. А меня сейчас завалишь? Не завалишься. Давай, руку вперед, красиво, надо было, молодец. Молодец. Откатывайся вперед, откатывайся. Молодец. Я вот. Стой. Если руку в центр поставишь, будет легче. На зеленом полу не сделал. Так, сделали? А у кого не получилось? Кто даже не пытался? Не пытался? Тормози. Артем, ты не пытался? Парни, сейчас, пожалуйста, еще такой момент, чуть полшага. Посмотрите, что я вам сейчас сделаю. Вам надо будет попробовать повторить. Вот вы так же подходите. Почему именно такое положение? Потому что вы можете максимально прислониться к стене. И если вы будете заваливаться, вы еще больше придете к стене. Если брать другое положение, то очень тяжело спиной легко прижиматься, а вот здесь сохранить падение тяжеловато приходится. Поэтому что мы сейчас, Никита, успокойся. Кто? Лука. Упор лежа принять. Давай, 10 отжиманий. Сейчас посмотрите, пожалуйста, что надо сделать. После этого планка загружается. Подошли. Вот когда мы разводим ноги, нам получается сохранять положение. Когда мы переваливаемся. Но сейчас надо попробовать сделать такое действие. И потом, чтобы никого не треморить, спокойно делайте курок вперед.
Пробуем. По два человека. По два. По два. По два. По три. Ладно. Раз, два, три. Нет, четыре уже много будет. Пробуем. Ножки вместе, выход на одну ручку, другой рукой контролируете себя об стенку и ноги потихоньку сводите, да, Марк, молодец, не падай, Егор, давай. Ножки вместе, да, рукой держись, заваливай сюда. Все, вернулся. Сейчас каждому помогу, на другую переходи. Рукой держись об стенку, держись об стенку, заваливай себя в эту сторону. Нормально, он плавно. Если вы делаете устал, делаете урок. Серафим, молодец. И сразу укатывайся. Следующий подходим, трое. Укатывайся, укатывайся. Следующий трое. Артем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Сейчас я Семену провожу. Артем, пойдем. Дай волшебную дисциплину. Поехали. Вот так, не мешай. Там наверху на полке что-то. А тебя почему так? Не знаешь? Ну, задайся вопросом в себе и сразу не знаю. Давай, поехали. Семенович, не переживай, все всем будет. А ты что так рано, Сёма? Сам попробуй, говоришь, не знаю. Нормально, нормально, держись, по продурку выйдет. Рано, 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 вы сдаетесь рано. Ну попробуйте уравновеситься. Я не буду. Можно вот так хотя бы? Попробуй вот так. Семен, а знаешь, почему мама сказала пораньше? Потому что мама не хочется видеть твои там... Получилось, Артем, попробуй. Ну ты что, как так, гимнастику на руках? Ну давай сам. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Первое. Равнота. Равнота. Вот здесь. Подошел, погоди, подошел. Давай, 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 делай. Боже, а идет тоже. Или тебя нагрузка растет. Вот сегодня если я вот так сделал. А как сделал? Пока правильно. Молодец, сравнял. Давай. Не балуй, не мешай никому. Нет, 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 кофе нельзя. Ты что, братан, не вздумай. Нельзя, нет, конечно.